Всем здорова, танкички и подписчики, я вам желаю приятного просмотра, потому что сегодня мы с подписчиком и соклановцем решили дооткрыть, ребятки, рулетку, и будет круто. Ребят, сливаем целых 20 голды, в общем, пока не выбьем объект 777, вот это вот добиваем, да, и потом уже мы еще вас удивим. Так, проводник душ легендарный, камуфляж, обвес, ребят. Так, капец тут цены, ребята. И он согласился, я думаю, да ладно, короче, он там задонатил 70 евро. Ого-го, есть, собери все. А, ребята, вот это я понимаю, хотя здесь наград почти нету, там на выбор. Но все равно меня прикалывает. Ладно, ребят, ничего страшного. А, ну-ка, давай, опять собери все. Ну, в принципе, по сути, ребята, если мы все заберем, так смысл тогда это все продлевать. Ладно, ничего страшного, давайте откроем с анимацией, все как надо. 3 мистика, обалденно. Ну что ж, ребятки, камуфляж, либо объект 777. Давай, удиви меня. Ребят, удивите, пожалуйста. Короче, сейчас проверим, ребятки, проверим. Камуфляж. Ну, понятно все с ними. Хотя шансы и там мизерные были. Ну, ладно. И все, забираем, ребят, наконец-то ему объект 777. И сейчас будет что-то очень интересное. Я вам гарантирую, поэтому, пожалуйста, проставьте прямо сейчас лайк. И желаю вам приятного просмотра. Короче, друзья, мы сейчас открываем сначала 6, собери все, потом мистики. Готовы? Фух. Давайте отсчитаем 3 секунды и погнали. В первом контейнере у нас выпадает... Да! Ребята, мы XM4 Млепсить 4, да ладно! Собери все, обалдеть, капец, ребят, он так долго ждал этого открытия, и я говорю, братан, кто умеет ждать, дождется большего, ребятки, и такое мы выбили с первого конта, жесть, со второго танчика пока не выбилось, однако мы стараемся дальше открывать на третью секунду, реально, это было просто жестко, у него, поскольку этот танк уже в ангаре был, то есть, это получается, 7500 голды в компенсацию нам дали. Ну и на этом спасибо огромное, спасибо, потому что, ну, блинчики, а могло бы вообще ничего не выпасть. Так, пока что бустеры X3 и слабенькая награда. Ничего страшного, ребят, после такого выпадения, я думаю, все уже по маслу. Ладно, так, хорошо. Ладно, друзья, сейчас будет мощно. А ну-ка покажись, контейнер собери их все. Что ты можешь? А ну-ка сюда иди, давай. Ладно, редкая награда. Друзья, есть 3 мистика, из которых мы надеемся выбить что-то годное. Ну что ж, в первом выпадает у нас, а ну-ка. 100 золота! Блинчики, честно, как будто они немножко открученные. Ну что поделать, друзья, что поделать. Ждем ноября, тогда я покажу, кто у нас здесь открученный. Так, 7... свободки, я понял, ребят, неплохо. Мистический контейнер. Ну что ж, последний, давай, пожалуйста, удивите нас, удивите. Давай. Ха, 50 серебра, ребят, удивили, так удивили. Ну, в общем-то, ребятки, цели есть, да. Объект 777, вариант 2 есть в ангарчике. Но что дальше? У нас 24к голды. И что же мы будем брать? Так, что же нам сегодня такое вот приобрести, ребятки, для открытий? Так, контейнер ХВК не нужен нам. О, ребятки, коллекция контейнеров. Так, получается, за 2015. Ребят, за 12500 голды. И мы здесь найдем, знаете что? Он говорил, что здесь есть наборчик за 15 вроде бы тысяч голды с плюсом, если не ошибаюсь. Ребята, есть за 17500, но мне кажется, за 15 именно. Там столько же, только за 15. Давайте найдем, ребят. А еще знаете что, ребят, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что сейчас будет лютейшее открытие, в любом случае, коллекции контейнеров, и вам невероятно понравится. Так, а, вот оно, ребята, вот оно, коллекция контейнеров, друзья, вот оно, за 15 голды, ну что ж, готовы? Сейчас будет реально круто, покупаем. А ну-ка, жесть, ребята, вот это сейчас пооткрываем контейнеров. Ху-ху-ху-ху! Неплохо так контейнеров понакупляли, ребята, жесть. Так, ну что ж, будем надеяться, что танчик выпадет хотя бы один из этого всего, либо много голды. Ну что ж, контейнер на химеру первый, и у нас выпадает... Вау, 500 золота, ребята. Ну, блинчики, оладушки, ладно, хорошо. А ну-ка, экшен икс, давай, пожалуйста, не подведи, просто выпади нам и все. И... У, 500 золота, ребятки. Ну ладно, хоть понемножку голды нафармили, уже неплохо. Но все же пока что не окупились. Хм. Ладно, ребятки, надеемся, что нам еще повезет.
Су-130ПМ контейнер. И у нас выпадает... Опять, ребятки, 500 золота, ни танка, ни эпических наград. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Фух, ВК-90-01П. Давай, пожалуйста, 7500 голды, компенсация, давай. Ребята, опять 500 золота. Честно, честно сказать, мы идем дальше. Так, ладно, следующий, ребятки, у нас суперконь. И надеемся, либо выпадет сам суперконь, либо голдишка в размере 1000 хотя бы. 500 голды. Да, ребятки, что-то нам сегодня говорят. Мы вам подкрутили на собери все, а дальше уже хватит с нас. Ладно, идем дальше. Эмиль 1951, ребята. И у нас выпадает... А ну-ка, давай, удиви, удиви. Ха, 500 золота. Блинчики, ребятки, что не так? Что с этими контейнерами не так? Ну, хочется танчик, пожалуйста. Так, объект, ребятки, следующий, 260-й. И у нас выпадает, давай, 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 давай. Опять 500 золота и маленькая награда. Ну ничего страшного, ребят, ничего страшного. Смотрите, сколько еще контейнеров. Все равно вдруг еще шанс будет какой-то контейнер, какой-нибудь танк выбить. Уже будет неплохо. А ну-ка давай, покажи, покажи, покажи. Даже не эпическая награда, опять 500 золота. Ладно, ну и на этом спасибо. Так, объект 274А, ребята. Ну что ж, готово. Тут может выпасть целых 30 дней према и 10 голды. И у нас выпадает... Ух ты! Вау, ребят, 14 дней према и 100 голды. Имбулька, ну разве не имбулька? Как по мне, 14 дней према это уже имбулька, а то вообще могло бы не выпасть ничего. Ну, из того, что она выпала, то есть, жестко. Ладно, ребятки, а ну-ка давай, давай, давай. Понял, принял, обработал. Кстати, ребятки, Андрюха передает привет и напоминает о розыгрыше, потому что у нас сегодня уже 12 число, и совсем скоро, через 3 дня, я объявлю, ребятки, на... Получается, я сделаю трансляцию прямо там, ребят, в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал в описании, ребят, этого видео. И прямо сверху по подсказочке. Короче, ребятки, я, в общем, что могу сказать, так это осталось совсем немножко. Пожалуйста, участвуйте, вам очень понравится. Мы разыграем целых 2 особых пропуска. 15 сентября узнаем победителя, ребята. И награды будут выданы, ребят, победителям от 15 до 18 числа. Это 100%. Так, ну что же, ребята, а вообще, я вам желаю реально всего самого наилучшего. А у нас тут постепенно выпадает уже по чуть-чуть эпических наград. Ну ладно, и на этом спасибо, как говорится. Ребятки, розыгрыш реально хороший и стопудово вам понравится. Поэтому, пожалуйста, чем больше вас на розыгрыше, тем, как сказал наш спонсор канала, тем больше в будущем он хочет сделать розыгрыши о танках, голде и так далее. Посмотрим, друзья. Все зависит от вас, как говорится. Проверим. Так, ладненько. На полуэпическая награда, на полуобычная. Что же ты будешь делать? А ну-ка, ТЛ-7-120. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, 3 награды, друзья. Как так-то? Ну ладно, ничего страшного. Следующий, следующий, следующий. Немножко меня уже клонит зевать. Я не знаю почему, ребята, просто. Так, Борисочка есть, ребят, и Шкода Т-56. И еще один. Давайте, давайте, давайте. Шкода, Шкода, не подведи, Шкода. Ладно. Ну, братанчики, я тебе сочувствую немножко, хотя уже объекты есть. Есть также АМХ, который компенсацию выпал вообще имбово. Поэтому в целом лучше, чем реально ничего бы не выпало. И у нас 750 золота. Во, уже другое дело. Хоть что-то. Ребят, последний контейнер на Бориску. И посмотрим, что у нас выйдет в целом. А ну-ка, давай, 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 давай. Вау, вау, вау. 100 золота. Да, почему-то больше они вот не хотят давать. Друзья, пожалуйста, заходите на стрим, который начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени. Будет очень интересно провести вместе время. Поиграем в Mad Games на евросервере. Шучу, сегодня мы играем на ру-сервере. Ладно, покеда и удачи во всем.